Я вот наблюдаю, у нас есть и мусульмане, есть вот хамико и виля. И я наблюдаю, что у нас, я думаю, мы выделяемся на сегодняшний день. Еще есть такая тенденция, что у нас молодежь выделяется, когда вы там оценка. Значит, бороться до конца и показывать бойцовские качества. Вчера уже схватки делали, 5-4 схватки сделал, с бойцами боролся там. Атакую постоянно, из-за этого и... Постоянно вперед! Я и вся команда знали, что выиграли Кубок мира. Состав был все первые номера, первые, вторые номера, все чемпионы мира, олимпийские чемпионы. 15 лет на этом готовился и шел на этом пути. И идем вот как надо, по плану, до конца. Целенаправленно этот шанс надо использовать, вообще вот все отдать для этого, потому что малейшее что-нибудь отпускаешь, и все, и всю жизнь об этом будешь жалеть. В этом финале я был уверен. Другое дело, если бы соперник был россиянином. Тогда уже можно было и бояться, и более серьезнее переживать. А так как этот американец, я рассматривал, он большой угрозы не представлял для меня. Ирбек Фарниев оказывается не только хороший борец, но и прекрасный кавказский танцор. Смотрите, как зрители аплодируют этому прекрасному парню из Осетии, золотому призеру Умахановского турнира 2006 года. Ажмир, тебе где-нибудь не предлагали этот за какую-то такую сборную выступить там? То есть предложение не бывает? Бывает, почему не бывает? Вот за Грецию. Предлагали. А что не пришел? Отказался.
за Россию. На черт тебе Россию, что она тебе дает? Ну, то за свою родину. Чем больше головной боли, тем больше у нас конкуренции, тем лучше результат. Поэтому приходилось выкладываться и, в принципе, готовился, чтобы с тренером все... чтобы показать вот красивую, интересную борьбу. But you know, you only are as good as your last victory. Front headlock position from Valiev and 2-point turn, Jakes. It's gonna be a 3-1 sequence there. Valiev got 3 for the arm throw. Herbert countered with the takedown, so 3-1 lead for Valiev. Баситинский подойдет, все будет хорошо у тебя. Два балла же есть!